Тех, кто пишет слово брит, я буду называть бредяйниками, да? Вот тут некто, это, наверное, этот, как его называют, рептилоид. Башка рептилоид написал Ротшильд, Рокфеллер, Барухов. Ну, естественно, это лживый аккаунт. Ну, естественно, он пойдет в бан. И как лживый аккаунт. Это первая причина. Вторая причина. В чем прикол написал, да? То есть, что это, да? Раз что, это что, кальчик. И третья причина, почему он должен отправиться в бан. Он является бредятником. Три в одном, да. Лживый аккаунт, штокольщик и бредятник. Такие комментарии мне на канале не нужны. Естественно, я его забаню за это. Не, просто забаню. Его дорога прямая к русалочке.